Подготовить ребенка к школе и купить все необходимое – дело весьма затратное. Особенно тяжело приходится родителям, которые воспитывают сразу несколько детей, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Подготовка детей к школе может стать неразрешимой проблемой и омрачить радость начала учебного года. В этой связи областной филиал партии «Нур Отан» и компания «Медиаиндустрия» порадовали новыми рюкзаками и канцелярскими принадлежностями 10 таких семей. Ежегодно местные власти и просто неравнодушные люди помогают малообеспеченным многодетным семьям собрать все необходимое к школе. И этот год не стал исключением. Родители и дети из самых нуждающихся семей были приглашены на встречу, чтобы получить свои подарки. Детям из 10 семей мы передали все необходимое для школы. Мы были рады оказать помощь этим людям. В будущем мы будем продолжать это хорошее дело. Радости ребят не было предела, они с удовольствием принялись разглядывать обновки. Родители, в свою очередь, выразили благодарность за оказанную им помощь. Я являюсь матерью 6 детей. Такая помощь мне пришлась очень кстати. Надеюсь, в будущем количество неравнодушных людей, желающих помочь таким семьям, как у меня, будет больше. Спасибо вам. Отметим, тем, кто лично не смог присутствовать на мероприятии, позже были переданы школьные сумки и канцелярские принадлежности. Такие акции проходят ежегодно, говорят организаторы. Элеонора Бухонова, Асылбек Жолшубек и Айжан Бегимхан, 77 News.